Знаете, чем? Если честно сказать, я вот смотрю на вот этот свой флокс, вот этот кустик, именно среди всех, именно вот этот вот куст. Это моя гордость, честно сказать. Я восхищаюсь этим кустиком. Смотрите, какая красота. Какая богатая, да? Ой. А флоксы... Ой, медом пахнут. Смотрите, у меня тут вот этот три вида. Вот смотрите, вот это получается как бы светло-белое с внутри розовым. Это вот она чисто розовая. И вот она еще какая-то. Но тут видите, получается, на фото кажется, что такая же, как примерно вот это. Но нет, это другая. Вот как бы получается три вида в одном кустике. Красота, да? Так что вот. Это мой любимый кустик.